Вот чисто по твоей логике, я с окна должен был за 3 минуты успеть выпрыгнуть. В прошлый раз, когда мы вылетали в Одессу, мы опоздали, теперь у меня триггер на опоздание. Поэтому я буду мертвым до того момента, пока мы не возьмем билетики и не будем у посадки. И сидеть в самолете. Не, в самолете уже главное у посадки побыть. Мы не опоздали в аэропорт. Честно, я сейчас такой спокойный. Можно и кофе попить, да? Да, вот сейчас, знаешь, у меня мысли были выпить кофе у посадки. Вот прям уже как час они или полтора часа. Короче, многие подписчики до сих пор не летали. Даже моя девушка, когда вылетала, она меня спрашивала, куда идти и так далее. Рассказывал, как эта система работает. Заходим в аэропорт, видим, как мы. И видим свой рейс. К примеру, нам куда? Нам нужно в Барселону, да? А, в Харьков. Вот, 10-15 Харьков. И тут написано регистрация. Т-22. А, нет, не Т-22, сори, короче. Т-22 это посадка, 64-68. Сейчас мы должны найти 64-68. Сразу же готовим паспорт. 62-79 находится... Поверхом ниже, этажом ниже. Поверхом? Да. Поверхом? Поверхом. Я знаю, что курица это типа с куркою. Курка, а не с куркою. С куркою это с курицей. Ну да, я же говорю, я буду с куркою. Что, кофе? Да. Спасибо. Да. Так, короче, все, мы взяли билетик, и сейчас нам нужно D22 найти. Как D20... мы взяли билетик? Мы приходим туда, выдаем паспорта и получаем вот такую вот бумажку. Короче, если вы владелец биткоина, инвестор, то вы можете позволить себе покушать в аэропорту. Артур, меня узнали. Кто? Высокоинтеллектуальная и взрослая аудитория. На Слабишоке когда последний раз играл? В прошлом году. Ты серьезно? То есть работать тебе заставило уйти с Авершока? Да не, просто как-то. Ребят, ставьте приоритеты, работа или с Авершок. Мы взяли 2 чизкейка и 2 кофе. Вышло 516 гривен. Если это было бы за пределами аэропорта, это бы вышло около 70 гривен. То есть наценка почти что в 1000 раз. Я верю тебе, что в 1000 раз наценка. Это она точно в 1000? Или в 100 просто? Ну подели 500 на 70. А почему 70? 70 умножаем на 1000. Откуда ты 70 взял? Ты сказал. Да. А кофе такое стоит где-то около 40 гривен. А, так серьезно? Да. А вот этот чизкейк стоит тоже там 60 гривен, то есть 200 гривен, а тут мы заплатили 516, то есть в 2,5 раза больше. Эрик, это наценка 1000 раз. Ладно, в 2 раза всего наценка. Ты так серьезно и уверенно говорил, я думаю, все так поверили. Ты так же говоришь, уверенно, что я верю в это. Я всегда так говорю. Я вижу, и это плохо. Молодые люди, сейчас мы выдвигаемся в Харьков, столицу культурной Украины. Культурной Айвой. Ойвой. Я когда прилетел в первый раз в Питер, мне сказали в аэропорту, в самолете, как мы приземлились. Добрый день, это столица культурной России. И все, больше ни разу так не говорили. И для меня, я запомнил в голове, что это реально столица культурной России. Ну, постоим, да. Здорово, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков, и сейчас мы находимся в городе Харьков. Да, я здороваюсь в середине ролика, но я дебил. Меня ожидает прямо сейчас владелец этого клуба, самый дорогой в Украине. Я думал, это будет в Киеве, но нет, мы в Харькове. Здорово, Игорь. Да, как меня Никита зовут. Дружище, давай смотреть, что ты сделал. Сразу вопрос.
Почему именно здесь и где мы вообще находимся? Это центр Харькова? Ну да, это место близко находится к центру Харькова. Почему именно в Харькове начали? Потому что я сам родом из Харькова, живу здесь, нахожусь здесь. У нас есть цель строиться по всей Украине и решили пробовать именно в родном городе, чтобы можно было это все контролировать, все процессы отслеживать с самого начала. Тут есть поблизости твой дом, где ты вырос? Нет. Ну, отсылку я заценил. Хорошо, оцениваю двери. Слушай, ну, не вау, но мне понравилась ваша камера, она как будто 4К снимает, что с ней не так? Я тебе больше расскажу, камера наша вот, это у нас 3D-проекция, которая ночью здесь на асфальте создает проекцию крутящуюся, которая светится Good Game Киберклуб, просто для проходящего трафика, чтобы завлекать людей. Кстати, я очень редко прошу поставить лайк, но сейчас это тот самый момент. На канале выходит огромное количество классного контента, эксклюзивного, и если вам это нравится, пожалуйста, сделайте это, поставьте гребаный лайк. А также, если есть тут люди, которые еще не подписаны, но вы смотрите стабильно ролики, не забудьте нажать на эту кнопочку подписаться. Не люблю это напоминать, но без этого сложно. Ну, а мы идем дальше. Good Game. Мы уже общались с Никитой о том, что это название спорное. Потому что есть стриминговый сервис Good Game. Но самое забавное, что товарный знак у Никиты. Нам бы часик. Я понимаю правильно, что у вас есть VIP, супер VIP и обычный. Да. Три вариации. И я... также еще плойка. И плойка еще. Я хочу самый дорогой час. Супер VIP. Час 150 гривен. Час 150 гривен. Это около 350 рублей. Может быть даже 400. У вас на экране цифры. Дорого, дорого. Что мы за это получаем? Какую видеокарту, какой процессор и оператив? Супер VIP у нас процессор Intel Core i9-10900PF и видеокарта RTX 3080. Герцовка? 240 Гц, 32 дюйма Odyssey. Samsung. Да, дело в том, что у нас везде вообще Asus стоят моники, и, допустим, в VIP герцовка выше. То есть, типа, обычное VIP-место это Asus 27 дюймов на 280 Гц. Тут была логика такая, что Super VIP, он сам по себе будет не сильно интересен для именно киберспорта, в плане там Counter-Strike или Dota. Изогнутый монитор, там, по моему мнению, типа не особо игровая история, это так чисто история. Посмотреть красивую картинку. Он 2К, типа это не нужно для игры. Хорошо, а какое железо стоит в обычной VIP-ке? В обычной VIP-ке у нас стоит i7-10700 и RTX 3070. То есть, в принципе, ну, 30-го, недалеко. Да. Хорошо. Ну, а спонсор этого ролика KSFile. Это сайт, где вы можете задепозитить рубли, но играть на скины. Там есть три режима. Краш, колесо и джекпот. Самый мой любимый режим — это колесо. Четыре цвета — это X2, X3, X5 и X20. Если вы отгадываете цветом, ваша сумма удваивается, соответственно, на эти показатели. Если вы выигрываете, то вы можете забрать этот скин прямо себе в инвентарь Steam. Ну а также есть система краша, где поднимаются коэффициенты, и ваша задача — это вовремя свои скины забрать при нужном показатели. Это все очень интересно. Я думаю, что вам хочется попробовать, поэтому я оставлю промокод на первую игру. Я думаю, она вам даст какие-то плюсовки в балансе. 25 центов вы получите, но активации ограничены, поэтому поспешите. Ссылка на сайт и название промокода есть в описании. Ну, а мы идем дальше. 42 компьютера. Скажи, пожалуйста, а почему именно столько? Ну, заработать 42 сложно. Но, понятное дело, у вас ценники высокие, но все равно. Почему на 42? Это ограничение площади, либо такое решение целенаправленно? Мы, отталкиваясь от площади помещения, сделали максимально допустимое количество, вот, чтобы при этом все вместилось удобно для персонала, то есть там технические помещения, кухня, бар, чтобы, да, лаунж-зона, чтобы у нас была обязательно для просмотра трансляций, ну и люкс с ПС-кой как бы тоже. Вот, поэтому мы максимальное количество использовали, но, честно скажу, мы могли поставить в районе 50-55-60 компьютеров по плану. Но у нас концепция такова, что мы делаем прям премиальное киберпространство, и за счет этого у нас очень широкий стол. То есть ты когда сядешь, ты попробуешь. Они шире, чем, в принципе, наверное, в любом компьютерном клубе, где ты был. Это почти 1.5 метра ширины. Допустим, если ты хочешь покушать, там, покурить кальян, либо что-то еще, тебе может мешать сосед. Поэтому мы старались сделать максимально широкие столы, и вот из-за этого концептуально меньше компьютеров влезло, чем хотелось бы. Окей, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Кресло, Dixie Racer. Вы все покупали сами или есть спонсоры? Все сами покупали. Вот. Dixie Racer с нами на контакт особо не пошли. Пришлось пользоваться малым, довольствоваться малым, поэтому покупали, в принципе, все максимально. Из партнеров технических у нас есть HyperX.
А вот, HyperX вам спасибо. Они на встречу пошли. У нас клавиатура HyperX не самая дешевая. Мне кажется, это самая дорогая, которая есть у них, правильно? Не уверен насчет того, насколько она сейчас самая дорогая. Elo Origins, но я не знаю дороже. Но Elo FPS дешевле 100%. Мышка Pulsifier Surge. А, нет, FPS Pro. Но мне не нравится хват этой мышки, к сожалению. Но это дело вкуса. Но мне не нравится. Коврик HyperX. Монитор Asus 240 Hz. Размер 27, наверное? Да. 240 Hz. Здесь 165 в премиум. Блин. Это у нас порты USB сразу в стене. Сразу можно подключить наушники либо микрофон в стену. Для турниров, ланов. Это самое лучшее решение, боже. О, господи, тут есть еще есть розетка 220. Абсолютно на каждом игровом месте есть 220. Пришел с ноутбуком, зарядить телефон, все что угодно. Еще очень приятная фишка, это то, что здесь можно использовать кронштейн в свою сторону, ближе и ближе. Такое я вижу в Украине второй раз подряд. Здесь это, видимо, в моде. Можно двигать постоянно, как тебе угодно, как тебе нравится. Для кейсеров это очень важная штука, потому что все целуют монитор. Ну, да. Многие проигроки это делают. Поэтому за это точно респект. Ну и последнее, это наушники HyperX Cloud Alpha. По состоянию они еще живые. Кстати, Никита мне еще рассказал про ту фишку, что они используют аудиокарты. Не те, которые в материнке, а отдельные. И, как вы понимаете, она дает намного лучше звук. То есть вы слышите лучше шаги в CSGO, лучшую стрельбу, лучше игроков. Откуда такая идея появилась? Ну, изначально мы столкнулись с проблемой удлинения проводов, потому что у нас высокие очень столы. И для того, чтобы не терять напряжение на длинности кабелей, мы решили использовать USB выносные карты. И за счет этого мы, во-первых, улучшили качество звука и удлинили наши наушники. Это у нас все идет обычный зал. Справа у нас также обычный зал. Также обычный зал. Почему пусто? Ну, во-первых, сейчас не пиковое время. Вот. Первый учебный день в этом году, понедельник. Поэтому я думаю, что вся молодежь все-таки хоть в первый день, но хочет сходить на учебу. Вот, поэтому под вечер тут есть люди, да. Хотя, ну, честно, мы только недавно открылись совсем. И как бы мы особо маркетингом еще не занимались. Нарабатываем какие-то там фишки, набиваем, вот знаешь, ошибки какие-то исправляем. И чуть позже начнем прям массовый маркетинг. Понял. Какая самая большая проблема клуба? Может быть, при строительстве ты что-то заметил, вы начали переделывать. Можешь посоветовать людям, которые будут открывать клуб, что-либо, что, с чем ты столкнулся? Да, для нас самая большая проблема была, это на самом деле, как не смешно, то, что мы купили помещение. Объясню. Если вы строите компьютерный клуб, неважно, вы хотите купить помещение, либо арендовать его, задайтесь вопросом мощностей. Мощность — это очень важно, вам ее нужно много. У нас здесь расположение центральное, и у нас было выделено 10 киловатт всего лишь. А в общей сложности мы посчитали, что с максимально производительной системой вентиляции, которую, кстати, я хотел немножко позднее рассказать, нам нужно 80 киловатт мощности. И это был очень тяжелый и долгий юридический процесс, получить все разрешительные документы и провести такой объем мощности в центре. И это было очень дорого. Несоизмеримо дорого для компьютерных клубов. Поэтому советую по возможности сразу подбирать помещение, где будет достаточное количество мощностей для вашего проекта. Идем дальше, у нас уже оттуда VIP. И один человек на весь клуб. Это не VIP? Нет. Смотри, давай я тебе просто проясню. VIP, вот, скрытая дверь. Боже, ты серьезно? Вы что, переиграли в CS? Что это такое? Это VIP. Подожди, а вы в курсе, что человек покупает VIP, он даже не найдет эту комнату? Он найдет, потому что он вот так идет. Нет, это что такое? Скрытая дверь. Чай так идея. Было задумано. Ну, типа, тому, кому надо, админ его проведет всегда. Да. Вот. Это, ну... Но зато, понимаешь, в компьютерных клубах есть много зевак, которые любят смотреть. И VIP, он как бы подразумевает небольшую такую, знаешь, более тишину, спокойствие. Да. Поэтому а было целенаправленно сделано так, чтобы VIP было тяжело найти. Есть вывеска, кому надо, тот найдет. Но левые люди, им как бы будет тяжелее найти. Не, идея классная, ладно. 10 компьютеров, здесь очень удобно можно будет провести LAN-турнир. Почему все кресла и столы все в одном стиле, а здесь стол белый? Дело в том, что это два супер VIP-места, и мы хотели их немножко выделить в общем зале VIP-овском. И поэтому вот было принято решение выделить прям цветом столов. И, как ты видишь, мониторы. Визуально прям первое отличие — это мониторы. Да. А, то есть у вас супер VIP только два компьютера? Да, да. У нас 6 VIP компьютеров и 2 супер VIP. Это чисто тестовое. То есть да, само собой 150 гривен в час — это космически дорого. Но и, блин, не часто встретишь в компьютерных клубах прям на коммерции RTX 3080 на водяном охлаждении i9-10900KF. Это, ну, не очень невыгодно. Я просто думал, что супер VIP у вас прям отдельная комната, где нет, все нет. Самые... Это именно у вас всего лишь 2 компьютера, да. Которые вы продаете по 150 рублей. Да, ой, гривен. Ну что ж, смотрим сейчас место за 100 гривен, 270 рублей в час.
кресло Max DXRacer. И оно просто меня сейчас закинет назад. Очень удобно сидеть, скажу честно. Но любое кресло, которое существует, не сравнится с тем, что было в Казахстане. Там DXRacer с подножкой. А. Я не знаю, их нет нигде в СНГ, кроме Казахстана. То есть ты реально ложишься. Это так... Посмотрите эти кадры. Я вообще не знал, что DXRacer такое делает. Обычное кресло, вы думаете, но нет. Он с подножкой. Что это такое? Это круто, это удобно. Кто делает клубы? Ребят, закупайте, сколько они стоят. Ну закупайте, они шикарные. Ну реально, в Казахстане уровень, кстати. Вот я путешествую, видите, и реально там классно делают. Ты был в Казахстане? Не, вообще не было. Ну это кресло хорошее, 100%. Но подножка, она прям дает свой определенный кайф. Так, тут клавиатура уже дороже, все-таки дороже. А в том она была подешевле. Выглядит она дорого. Мне не нравится звук клавиш, но свечи здесь нужно, видимо, просто другие выбрать. Кнопки есть, освещение. Вау. Такая большая кнопка на освещение. А мышка у нас Pacifier Surge. Вот эта форма мне уже приятна. Она похожа на Logitech. Я на ней играл годика полтора, наверное. Но вот она приятная, правда. Я прям чувствую, что мне комфортнее. А по наушникам, господи. HyperX револьверы, они такие симпатичные. У меня глюки, либо я никогда не пользовался такими наушниками. Револьвер S. S? Да. Офигеть, откуда я это вообще название вспомнил? S. Я как будто их сто... Они просто разного дизайна есть, эти такие черно-матовые стили. Я их столько раз видел, слышал, но никогда не пользовался. Но сидят на самом деле они как-то по-бюджетному, я не знаю почему. Ну, звукоизоляция слабая у них. Слушайте, я хочу в CS поиграть. Я зашел на наш десматч, сейчас посмотрим, что у нас будет. Погнали. 400 FPS, потому что стоит FPS Max 400. FPS Max 0, 500-600 FPS. Ну, ладно, примерно как и планировалось. Сейчас на сервере 18 человек. То есть на 10 человек 5 на 5 будет FPS 700 точно. Я здесь вижу плавную картинку. 100% input lag'а здесь нет. Ты знаешь, что такое input lag? Что? Input lag. Нет. В компьютерах может быть input lag. Нужно клубы проверять на наличие. То есть проверить его можно как? Включить игру и посмотреть, как работает она. Может быть задержка мышки. Может быть герцовка не оправдывает свои показатели. То есть это все скидывается на input lag. И желательно владельцам клубов это проверять. Понятное дело, это самое последнее, что вы будете делать, потому что если есть территория, хорошая цена, вы забудете про то, что нужно проверить. Но проигроки будут вас обходить. Input lag — это серьезная штука. В итоге, я поиграл, мне понравилось, я хочу покушать. Давайте проверим оперативность админов, используя лаунчер, который находится в этом клубе. Здесь Coca-Cola Zero 25 гривен. Я выбрал ее, нажимаю отправить. Подогреть. Ну, подогревать колу не хочу. Так, ну что ж, отправить. Ваш заказ успешно отправлен. Сейчас админ увидел, что 36 номер заказал колу. Посмотрим, сколько времени займет. Так. В итоге 1.5 минуты. Пожалуйста. Спасибо. Куриные наггетсы, сэндвич с говядиной, паста карбонара за 115 гривен. Сырники классические, шаурма с телятиной, тольятти с соусом томата, креветки на гриле. И все это можно сделать и покушать прямо за столом. Бро. Я не хочу тебя отвлекать, я быстренько... Здрасте. Это единственное в этом клубе? Получается так. Да. Можешь сказать какой-то минимальный фидбэк на скорую руку? Что такое фидбэк? Отзыв. Отзыв. Отзыв очень хороший. Мне очень нравится. Дороговато чуть-чуть, но... А что ты студент? Да. Откуда у тебя 100 гривен в час? Ну, работаю. Давай я по твоей игре скажу, какой у тебя левел. Давай. Так, ну, двигаешься плюс-минус неплохо. Так. Ну, уже точно, уже выше пятерки. Идем дальше. Наводка нормальная. Ну, семерка есть пока что. Сейчас посмотрим, наверное, что будет. Где я? Второй уровень. Второй уровень? Я знал, что ты бот на самом деле, я просто... Ты ой-ой-ой, что твои два? Он сейчас двоих взорвал гранатой. Ладно, чувак, давай удачи. А ты меня знаешь? Знаю, конечно. Офигеть, у него... Эрик Шока все видео смотрю, лайки ставлю. Какой вообще... Молодец, даже не... Даже на сервера не платил. Да, я даже тебе не платил для этого. Не-не.
Давай заплачу. Что сделать-то? Да, ладно, погнали. Мы фируем на кухне, выглядит неплохо. Я не был на кухнях-ресторанах, но выглядит на уровне. Мне кажется, тут даже лучше, чем в ресторанах, очень чисто. Это кальяна, да? Да, это кальяна. Сколько стоит один кальян? 250 гривен. Сколько с кухни, с кальяна идет выручку в процентах? Очень тяжело пока анализировать. Месяц проработали, но пока не готов статистически. Но примерно 60 на 40. 40 клуб, 60 это вторичные продукты. Это кальян, кухня-бар. Сколько сотрудников прямо сейчас здесь? На текущий момент в районе 6 сотрудников, но в общей сложности наш штат чуть более 20 человек. 20 человек в одном клубе? Да. Мы работаем в круглосуточном режиме, 24 на 7. Ни одного часа выходного, поэтому да. Довольно-таки да, ты идея. Тиран. Короче, сейчас у вас открыто. Это для персонала. А, то есть для персонала можно открыто выставлять, конечно, да? Сами кушают. Тут есть нарушения или нет? Нету, разумеется. Ну, помидоры открытые, это хорошо? Да. Летучий, если ты смотришь этот ролик, напиши, пожалуйста, в комментариях, все ли тут в порядке. Мы шарим за комплектующие пока. Тебе нравится здесь работать? Обожаю. Я как раз сам киберспортсмен, мне это все нравится. Вот моя самая любимая дисциплина, дота. Могу поддержать разговор на любую тему про доту. КС тоже люблю, но люблю только смотреть. Играть вообще не нравится. Ставки, если что, тоже это можно сказать. Блин, самое идеальное, это когда в киберклубе работают люди не из мира другого, а именно из киберспорта. Класс. Осталась последняя комната. Это PlayStation. Надеюсь, пятая? Одна. Пятая, и формат именно не просто PlayStation, а пойдем я тебе покажу. Это полноценная люкс-рум. Так, я надеюсь, что это мягко. Выглядит очень мягко. Я прыгну и не сломаюсь. Отличный диван. Хорошо. Блин, такой большой телевизор, сколько? Да, это 65-й телевизор. Тут суть была не только в том, что просто в PS-ку поиграть. Это полноценная люкс-рум, мы ее называем. Ты ее платишь за аренду. Цена 200 гривен в час. То есть на самом деле это очень хорошо, потому что чаще всего люди приходят сюда вчетвером. То есть диван большой, люди усаживаются вчетвером, вполне удобно. И в эту стоимость включено полностью все пространство. Здесь помимо просто PS-ки 5 есть лицензия на Netflix, Megogo есть, YouTube подписка есть. Здесь есть акустика в общей сложности на 600 ватт. 5 в одном звук, прям можем затестить, послушать. Да, давай. Тут прям кайфануть можно. Проверка записи, проверка звука. Что вы, говорю, делаете, ебаный? Заткнулись, они тоже... Ладно, давай, паузу. По звуку добро. Я хочу фильмы смотреть здесь комфортно, правда? Да, конечно. Можно просто любой трейлер включить фильма, чтобы послушать нормально. Давай, давай. Смотреть фильмы здесь точно будет комфортно. И у меня даже мысли появляются, что это комфортнее и свободнее, чем в кинотеатре. Ты приходишь, смотришь фильм, какой хочешь, когда хочешь и с кем хочешь, и что ты ешь. Всем без разницы. Сколько тебе лет? 25. 25 лет, у него свой собственный клуб. Расскажи, пожалуйста, сколько стоил этот клуб? Общая стоимость ремонта и всего от А до Я близится максимально к 400 тысячам долларов. То есть это, если быть точнее, 398 тысяч долларов. То есть там без малого хвостика. Ну и последнее, что мы не успели посмотреть, это лаунж, где можно заказать что-либо, сесть и посмотреть на огромном проекторе какой-то стрим, какой-то турнир. А по вечерам они здесь вообще смотрят фильмы. То есть это кинотеатр. Да, да, полноценный. Мы очень часто здесь включаем все матчи Нави, болеем за наших. Вот, бывает, люди собираются поболеть. То есть, на самом деле, такое прикольное клубное место, где собираются единомышленники. То есть, это не обязательно там, просто по собственному желанию прийти покушать, либо выпить, либо поработать. Часто, ну, то есть, люди приходят с ноутбуком поработать, да, допустим. Вот, то есть, это место, которое объединяет все-таки. То есть, наша задача в том, чтобы создать какое-то свое комьюнити, куда люди будут приходить после работы, после тяжелого дня, знаешь, и вот отдыхать. А сколько здесь квадратов? В общей сложности 280 квадратных метров помещения. И сколько стоит аренда? Аренда стоит ноль. Дело в том, что мы, когда строили этот проект, мы решили пойти во все тяжкие, чтобы не завязываться на арендной истории, потому что обычно арендодатели могут диктовать какие-то условия тебе, какие-то рамки ставить. Мы решили от этого уйти, поэтому приобрели это помещение. Как я уже ранее говорил, тут был спа-салон. Вот. Мы его просто разрушили, сделали для себя все. То есть мы уверены в том, что это наше, и никто нас отсюда не сможет выгнать, либо диктовать свои правила. Какая стоимость? Стоимость помещения чуть меньше 200 тысяч долларов. Это много или мало для Харькова центра? На самом деле для подвального помещения это довольно-таки немало.
Да, то есть цена в районе 200 тысяч долларов, это очень прилично. Вот. Но здесь вопрос размещения и своего входа. То есть мы работаем круглосуточно, нас никто не трогает, и мы очень близки к красной линии, центральной линии города. Поэтому это отличное расположение. Средний чек? Средний чек на текущий момент в районе 300 гривен. Вот. Но я думаю, что это еще будет формироваться и изменяться, потому что появляются свои постояльцы с какими-то своими вкусами. Да? То есть там есть люди, которые постоянно заходят, теперь курят кальян. Это, само собой, повышает средний чек, потому что стоимость кальяна 250 гривен. Да? Но, само собой, есть такие люди, которые приходят и просят просто воду в стаканчике, фильтрованную там со льдом, и проводят время, играют. Поэтому средний чек, он еще формируется, статистику набираем. Окей, а какая выручка в день у всего клуба? Выручка, она бывает в районе 30 тысяч гривен. То есть лучшие наши дни были, доходили там до 40 тысяч гривен. Вот. Но в среднем, я думаю, это в районе там, 20-30 тысяч гривен на текущий момент. Пока мы очень нестабильны за счет того, что очень зависим от праздников, малое количество своей постоянной аудитории, то есть много залетных людей. Ну, она сейчас сильно скачет. Какая маржа? Тяжелый вопрос, но по кухне, бару это примерно в половину. Вот. Компьютеры, само собой, максимальная, потому что, по сути, платишь только за электроэнергию. Но тут вопрос лишь амортизации. Опять же, тяжело оценить амортизацию, потому что мы не знаем износ оборудования. Мы пока не меняли ничего по периферии, ничего не ломалось, ни монитора, ни компьютера, ничего не выходило из строя, даже ни один провод. Поэтому пока такой цифрой тяжело. Туалет, он есть, он скрыт. Были ли случаи, когда человек хотел в туалет, но не мог найти его? Нет, когда хочешь, сразу находишь. Да? Отлично. Да. Я бы не нашел чего. А, надпись, на самом деле, тебе бы намекнула. Мне углы бы намекнули. Так, здесь нас сразу встречает два умывальника по 40 тысяч гривен каждый, а два туалета. Тут своя брендированная стена. Time to play. Это ваш слоган? Да, слоган нашего бренда. И прямо через туалет можно добраться до секретной комнаты, где доступ, понятное дело, только у мистера Никиты. Так, один. Служебка. Что у нас тут имеется? Что насчет серверной части? Выглядит хорошо, сколько стоит? Дорого. Вот этот вот рэк в общей сложности, цена оборудования внутри в районе 15 тысяч долларов. Около миллиона рублей стоит такая вот серверная штука. Давай объясним людям, которые не понимают, что она делает, какая ее цель? Цель – стабильная работа клуба. В данном случае цель касается только компьютеров и сетевой части. У нас стоят входящие фильтра на случай того, что кто-то захочет атаковать нас, да, доз защиты, любой флут трафиком и так далее. У нас это отфильтрует. Такое делают? Я не уверен, но так как я столкнулся с многим в своих IT-проектах, мы были вынуждены предпринять такие меры, потому что, чтобы не было такого, что в час пик какой-то маленький недовольный человечек захочет нам помешать, поэтому у нас стоят фильтра внутренние, которые это все отфильтруют и защитят нас. На текущий момент у нас интернет с подключением 3 гигабита в секунду выделенным каналом. Вот. Плюс у нас есть резервный канал до 1 гигабита, не гарантированный, а до 1 гигабита. На случай, если у провайдера будут какие-то технические проблемы, у нас стоит фолловер, который автоматически переключится на второго провайдера, чтобы максимально аптайм был у интернета. Сколько стоит такой интернет в месяц? Интернет в месяц, розничная стоимость такого интернета практически 1000 долларов в месяц. Окей, по вытяжке, по воздуху здесь все хорошо. Сколько это стоило, да. И у тебя там своя фишка, расскажи про нее. Система вентиляции здесь разрабатывалась индивидуально. Довольно-таки дорогостоящая система, в общей сложности 40 тысяч долларов было потрачено на систему притока и отвода воздуха. Почему настолько дорого и для чего? Я сам как игрок прекрасно понимаю, что людям важен свежий воздух. И меня больше всего напрягало вот в таких вот подвальных помещениях, компьютерных клубах, когда отсутствовал свежий воздух. У тебя начинает болеть голова, ты утомляешься, то есть тебе тяжело находиться. И поэтому я понимал, что для того, чтобы люди проводили у нас максимальное количество времени, нужно сделать максимально комфортные условия. И прежде всего воздух, кислород – это самое важное. Поэтому у нас здесь десятикратный обмен воздуха во всех помещениях, игровых залах. При курении кальяна не вызывает никакого дискомфорта, то есть дым отводится мгновенно, поднимается вверх. И ну, я считаю, это огромное достижение, потому что в очень малом количестве клубов такое можно встретить. И наши пользователи этому очень рады. 42 компьютера, да. 20 сотрудников. Да. Почему так много? Сколько уходит денег в месяц на зарплату? Смотри, по количеству сотрудников в начале. У нас на текущий момент 4 администратора. Раз. 2 уборщицы. 6 человек. 4 бармена. 10. 3 кальянщика. 13. И 4 повара, 17, плюс управляющий, 18, 2 маркетолога, 20, 2 бухгалтера, 22, юрист, 23.
Вот и все. Это весь штат, который работает на зарплате полноценно. То есть у нас прямо здесь максимально комплексная команда собрана, в том числе и дизайнеры тоже штатные. То есть у нас нет такого, что мы на подряде кого-то дергаем. У нас все максимально профессионально, поэтому вот такой подход. Что касается заработного фонда, ну, он огромный. То есть это в районе 150-180 тысяч гривен в месяц, в зависимости от премиальных и загрузки. Карбонаров. 115 гривен? 115 гривен. Давайте пробовать. Опять же, я беру карбонару, потому что это самое простое, что можно тестить. Она есть везде. Слушай, но сразу скажу, тут очень много мяса. Вы всем будете так много мяса делать? Конечно. Хорошо, зафиксируйте количество мяса. Если они будут делать поменьше, то вы можете жаловаться в СБУ. Так. Но мяса очень много, это очень круто. Сейчас будем пробовать. Это очень. Прям, наверное, 8,5 из 10. Прекрасно. Не, правда, очень вкусно, очень вкусно. Что? 18:35. Час выезд. 2 минуты. Смотри, за минуту. За минуту. Но, возможно, он уезжает не вовремя. Где они, Киеве? Слушай, вагон какой? 5-й. А это какой? 5-й вагон в какую сторону? Мы в 5-м вагоне. Да ладно. 4-3. Да ладно. Все, 5-м? Да. Он только что сейчас поехал. 18:35 ровно. В итоге, сейчас у нас 23:36, мы выехали в 9 утра, и в 11 вечера мы снова в Киеве. Получается, это нам заняло 16 часов. Вот такие вот дела. Спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. Обычно такие же у нас путешествия во всех других. Я просто решил сделать гибрид в этом ролике, показать и влог, и сам материал. Надеюсь, это вам зашло. Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но сейчас мы пойдем кушать здоровую еду в Макдональдсе. Пока.